Это самая извилистая улица Сан-Франциско. Вот машины медленно-медленно по ней спускаются. Ну, а потом некоторые из них будут спускаться вон туда, откуда я пришла. Сан-Франциско напоминает мне иногда либо Стамбул, либо Анкару, где реально тоже надо ходить по холмам. Ну вот, такие здесь выкрутасы. Но такой улицы я нигде не видела, чтобы именно она была для автомобильного транспорта. Очень много туристов сюда приезжает, и поэтому мы можем видеть туристов со всех разных стран. Они медленно-медленно потом спускаются по той улице, которую я показывала раньше. Может быть, их привозят сюда на автобусах. Но я попробую все-таки еще подняться туда повыше, чтобы с высоты сделать видео и фотографии.